ты решила снимать теперь с такими яркими героями твоего проекта маленькие интервьюшки? Как они называются? Расскажи, как ты решила их назвать. Кстати, это название просто прикрепилось ко мне после одной сторис, которую я сняла. Я назвала там «грязные интервьюшки». Вот расскажи просто об этом. Ну, грязные не в смысле, что там грязь, да? В таком понимании, что они не чищенные, они не монтированные. Это конкретный лайф. Это Мария уже оправдывается. Видела первое интервью, там есть грязь. Расскажи, как ты делаешь эти вопросы, как ты выбираешь вопросы, во-первых, да, когда ты их пишешь. Это, кстати, один из таких проектов, куда я сначала, понимаешь, бросилась, а потом я начинаю осознавать. Потому что вот этот перфекционизм, если ты готовишься, продумываешь, там, покупаешь эти палочки для селфи, там, штативы. Тут у меня вот рука на холоде трясется, и мы с Анатолием Цоем стоим, общаемся. Мне кажется, это круто. Ну, по крайней мере, такая была обратная связь. Ну, вопросы ты же заранее готовила. Ты же не на ходу там сочиняла. Да, у меня фишка в том, что это несколько списков вопросов, 10-12. Человек как бы выбирает вопрос, но, по сути, он его не видит, да? Я тоже так думала, что ты поступила хитро, и ты просто все равно задашь ему те вопросы, которые ты хочешь. Нет. Пока я блюжу эту честность, да. Возможно, если передо мной будет стоять тот человек, который меня прям восхищает, я подготовлюсь, но я его предупрежу, что у меня есть, допустим, 3 шот-вопроса, да, коротких, и, может быть, 2 вопроса подготовленных, чтобы узнать нечто, там, выведать что-то. Все, кто не видел это интервью, посмотрите, пожалуйста, на странице Марии Крест в Инстаграм. Это действительно очень потрясающее интервью. Я, честно, мне оно очень понравилось, я очень долго смеялась. Расскажи, кто будет следующими героями? Кого ждать? Ну, а мне Николай Басков, Коля пообещал. А зачем ты зажалась так, Коля? Да потому что Коля, это Коля, это же Коля. Хочется, чтобы он нашел если время. Если пообещал, значит, сделает. Ты понимаешь, такой плотный временной график, что мы иногда, сори, даже не можем выйти на биопаузу, как кстати, сейчас говорят. Кстати, именно там, спойлер, именно там она познакомилась в мужском туалете с Анатолием Цоем. И мы познакомились, да, в мужском туалете. Это не шутка. Шутка и не хайп, так реально случилось. Опять же, потому что женский, извините, находится очень далеко в съемочном павильоне. Я выбираю всегда то, что поближе, на каблуках, с платьем, ну ты понимаешь. Следующий, Николай Басков. Есть уже несколько заготовленных интервью, которые я пока еще не решилась выложить. Понимаешь, это опять же, я жду некого сигнала изнутри. Пора. Это наступает, когда я очень устала, понимаю, что сегодня я не сделаю ничего полезного, потому что нет сил, и такая бах в Инстаграм. Хочу еще YouTube загрузить.